дорогие участники уникального 31-го приема главы города. Наш город сегодня – это город-юбиляр. А в любой юбилей принято подводить итоги, отмечать достижения, делиться самым лучшим, тем, что получается на отлично. Особенно, если это делается во имя будущего, на благо юных тагильчан. Нижний Тагил является участником 5 региональных составляющих федеральных проектов национального проекта образования. И нам по праву есть чем гордиться. Строятся и ремонтируются школы, обновляется оборудование, открываются новые возможности, запускаются проекты для детей всех возрастов и любых интересов. Поэтому у нас есть главный результат – это талантливые юные тагильчане. Дети и подростки, одаренные в самых разных областях знаний и творчества. Мы создавали, мы трудились, мы созидали для вас. Поэтому сегодня у нас есть современная образовательная среда. В 2019 году впервые за последние 25 лет построена новая школа номер 100 на Гальяно-Горбуновском массиве на 1200 мест. А в 2020 году построены 3 современных детских сада. Проведены капитальные ремонты 6 школ номер 56, 72, 85, 24, 8 поселка Весимоуткинск и 12 деревни Усть-Утка. Ведется ремонт школы номер 23. В школе номер 9 поселка Уралец и школе номер 8 поселка Весимоуткинск созданы центры «Точка роста». Это внедрение новых технологий обучения, развитие интеллектуального потенциала у детей, обучающихся в сельской местности. Действует программа «Уральская инженерная школа», что означает высокотехнологичные кабинеты физики, химии, математики, технологии, робототехники в 4 образовательных учреждениях города – лицее 39, школах 95, 64 и 49. Создана цифровая среда в образовании. Во всех школах города есть электронные ресурсы, которые можно использовать для организации обучения с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Мы уверены в том, что каждый ребенок талантлив. Заботами взрослых для детей создаются условия, в которых раскрываются их лучшие способности. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» продолжает развиваться система качественного бесплатного дополнительного образования. Более 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет успешно обучаются по дополнительным программам всех 6 направленностей. Ведется капитальный ремонт городского дворца, на базе которого с 2020 года работает интерактивная открытая образовательная площадка «Веби Рум», в рамках которой педагоги делятся своим опытом по выявлению и поддержке одаренности в детях. Учителя и педагоги города неустанно работают над повышением качества образования. Итог такой работы – это поистине олимпиадный прорыв. В 2022 году призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 172 учащихся. Мы смогли двукратно увеличить эту цифру с 2018 года. Такие успехи приносит интеграция общего и дополнительного образования, как, например, в творческом объединении «Астроцентр» на базе городского дворца, где увлеченность астрономией выводит учащихся в первые места рейтингов олимпиад. Особый проект для одаренных учащихся города – осенне-весенние профильные смены Академии успеха в детском оздоровительном комплексе «Звездный». Это место, позволяющее реализовать индивидуальные способности участников и повысить уровень мотивации для участия в предметных олимпиадах. Ежегодно лучшие учащиеся становятся стипендиатами главы города. Программы и проекты естественно-научной и технической направленности продолжают свое развитие в городе трудовой доблести и промышленной индустрии. Создается единственный в Свердловской области школьный кванториум на базе политехнической гимназии. Совершенствуется и система профориентационной работы. Это проекты по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», «Шоу профессий», «Проектория». Для поощрения учащихся, достигших особых успехов в техническом творчестве и развития детского технического творчества, утверждено постановление администрации города о детской премии имени Амоса Черепанова. Нет обучения без воспитания. Это образовательная аксиома каждого педагога.
Сегодня воспитанный школьник – это социально ответственная личность. Это юный гражданин своей страны, готовый стать лидером даже в самой трудной ситуации. Для наших ребят создано много возможностей. Каждый при желании может стать сегодня активистом в городе, области, России. В Нижнем Тагиле создано 64 волонтерских отряда. Учащиеся всех школ города зарегистрированы и принимают активное участие в деятельности общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Продолжает увеличиваться число участников и победителей всероссийских конкурсов проекта «Возможностей. Большая перемена». Юные тагильчане вовлечены в деятельность всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Все больше возможностей открывается для занятий спортом. Оборудованы спортивные площадки на территории школ номер 13, центра образования номер 1, ведется строительство стадиона на территории школы номер 9. Отремонтирован корт для хоккейного клуба «Мечта» Ленинского дома творчества. В 49 образовательных организациях созданы и успешно работают школьные спортивные клубы. И если сегодня ты чувствуешь, что готов заявить о себе любимому городу, то для этого у тебя есть все возможности. Пробуй, выдумывай, твори. Участвуй в проектах и конкурсах, побеждай в олимпиадах и соревнованиях. Пиши песни и сочиняй стихи. Веди за собой и вдохновляй других. Проводи эксперименты и научные опыты. Мастери и моделируй. Все в твоих руках. А рядом с тобой всегда взрослые. Родители, учителя, твои помощники и друзья. Ведь мы сегодня вместе, и мы все из Тагила. Из города талантливых мастеров, который стал городом твоих возможностей.